Уважаемый товарищ министр, уважаемые коллеги, рад приветствовать вас в Москве. Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов военной и военно-технической области. Российско-кубинские отношения сегодня на подъеме, достигнут высокий темп развития политического диалога между нашими странами. Недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Куба Мануэль Морейру. Куба, безусловно, была и остается важным союзником России в регионе. Свои отношения к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине. Москва и Гавана выступают в защиту Устава Организации Объединенных Наций против его подмены так называемым порядком, основанным на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов. В условиях, когда Соединенные Штаты Америки многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь острову Свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям. Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной сфере. Добро пожаловать!